Здравствуйте, мы сегодня будем присутствовать на обжарке кофе собственноручным способом. Кофе будем жарить Туркино Лавада, кубинский, на сковороде, сделанный из чугуна. Вот такой прекрасный мангал. Мы эту сковородочку сейчас разогреем и далее будем жарить кофе. Зеленый, так сказать, раф кофе, не обжаренный. Вы все это увидите. Сейчас мы засыпем кофе. Ну, посмотрите, какой он. Он зеленый. Будем жарить, я думаю, половина. Полкило. Просто есть некие временные рамки. И если мы засыпем килограмм, его трудно будет мешать. Но надо его мешать постоянно, потому что он пригорит. Если его не мешать, он моментально сгорает. Этот кофе кубинский, он достаточно хорош для наших экспериментов, потому что это плотные зерна. Кубинская арабика произрастает неподалеку от гор Сьерра Маэстро, и высота этих гор 1974 метра над уровнем океана. Вот видите, некоторые зерна уже начали чуть-чуть приобретать коричневую окраску. Мы будем смотреть, когда они приобретут полностью эту окраску, а потом сконцентрируемся на так называемом краке, во время которого зерна расширяются, выделяют эфирные масла и становятся пригодными для употребления. Но в этом процессе самое главное — это мешание. Как бы мешание — это суть всего. Если вы человек религиозный, вы можете мешать с молитвой, вне зависимости от религии, потому что кофе — это интернациональный напиток. Но чтобы было какое-то самососредоточение, что ли. Потому что это длительный процесс. Значит, сколько кофе обжаривается? Кофе обжаривается около получаса, если это полкило, и около часа, если килограмм на такой сковородке. Это понятно из опытного путем. Если бы положили сейчас на эту сковородку 100 грамм кофе, это бы произошло очень быстро. Но мы хотим вкусить этого напитка по полной программе, поэтому будем жарить дальше. Если какая-то неоднородность жарки появляется, вы не должны пугаться, потому что это только придает данному напитку шарм и изысканность. Сейчас происходит в основном нагревание зерен и удаление излишней влаги из них. Конечно, есть там пару зерен темных, черных, но это зависит от их плотности. Вероятно, они были очень сухие. Вот сейчас у нас наступил этап очередной, что зерна стали мешаться гораздо легче. Видите, они уже не так как бы упруго мешаются, а как бы пересыпаются. Это за счет того, что на их поверхности появились мельчайшие как бы капельки эфирных масел. И мешать данный кофе уже не так сложно, как в самом начале процесса. Вот сейчас мы достигли стадии коричневой обжарки. То есть зерна кофе, они представляют по цвету вариации от светло-желтого с оттенком небольшим зеленого до коричневого оттенка. Это кофе, как бы предподготовленный, считается. То есть крака еще не произошло, употреблять в пищу его как бы нельзя, но он уже не зеленый, он уже коричневый. Многие фирмы на Западе вот такой кофе называют модным названием экологически чистый, и еще они называют зеленый кофе. И вот такой кофе они как бы продают
потому что говорят, что он содержит больше катехинов и витаминов, всяких веществ очень полезных, антиоксидантов, опять же. На самом деле это недожаренный кофе. В недожаренном кофе не выделялись эфирные масла и полезные вещества. И если вы будете его заваривать дальше, то экстракция в воду произойдет неполная, и это совсем не то. Совсем не то. Кстати, я вам хочу сказать, что многие страны продают преподготовленный кофе зеленый. То есть с него удаляют излишнюю шелуху, немножко его поджаривают, чтобы затем в кофемашинах его использовать. Так вот, что я вам скажу, этот кофе преподготовленный, он гораздо менее ценный, чем натуральный, поскольку он теряет значительную часть полезных веществ на стадии предварительной обжарки. И когда вы жарите его фактически во второй раз, он уже получается гораздо хуже того кофе, который вот пожарен из зеленого прямо сейчас. Вот сейчас пошел запах уже кофе, а до этого момента шел запах, когда мы обжаривали, какой-то травянистый такой, то есть это не было кофейным запахом. Сейчас мы наблюдаем явное присутствие кофейного запаха, значит, наш процесс близится к первому краку. Вот первый крак — это сигнал о том, что можно либо продолжить, либо закончить обжарку. После первого крака у нас получается обжарка сити обычная. А дальше уже идут стадии другие. Венская, full сити, итальянская, эспрессо — это последние, самые темные. Данный кофе, это кофе очень слабой обжарки. Для некоторых деликатных сортов все-таки его можно употреблять. Есть любители просто, которые первого крака не дождались. Вот сейчас я слышал, одно зерно взорвалось. Послушаем, может, мы услышим еще. Вот слышите? Это крак идет. Это значит, зерна расширяется. Вы отчетливо слышите это. Сейчас это слышно хорошо. Вот. То есть, когда этот крак пройдет, можно остановить обжарку. Но мы будем продолжать дальше до второго крака. Вот я интенсивно мешаю. И вы слышите, когда я интенсивно помешал, крака нет. Потому что я интенсивно помешал кофе, и он прекратился. Он чуть-чуть охладился. Мы подождем, то он будет продолжаться. Но уже менее интенсивно, чем был до этого. Вот этот кубинский кофе, кстати, вы знаете, естественно, что Куба находится к югу от Флориды, но восточнее от побережья Югатан, Мексики. Кофе похож на Blue Mountain. И он по вкусу мне больше нравится, чем Blue Mountain. Хотя Blue Mountain в несколько раз дороже. А производство такие же объемы занимает, такие же, как Blue Mountain. Почему такое несоответствие надо? Трудно сказать. В принципе, эта технология, она разработана в Соединенных Штатах Америки. И в каждом доме в южных провинциях жарят в основном мексиканский кофе. Так на открытом огне. Если чего они еще используют, они используют машинки для попкорна, всякие другие приспособления, сколько раз обращал внимание в США, что они жарят именно деревянными лопаточками. Мне не задавался вопрос, почему они железные не жарят, но я никогда этого не видел, чтобы они жарили железными. Единственное, что они никогда не используют сковороду вок. В таких условиях они жарят на плоской сковороде и гораздо меньших объемах. То есть там на 1-2 чашки слегка пожарить и выпить их. Тут большие объемы, как вы видите. Сковородовок, она отличается тем, что она как
гиперболоиде инженера Гарина, все у нее температура концентрируется вот в этом месте. И, соответственно, надо мешать. И мешать в ней гораздо легче, чем в плоской сковороде. Вот мы достигли обжарки Сити. Данная обжарка используется обжарщиками зерен во многих компаниях, потому что это так называемый слабо обжаренный кофе после первого крака, который очень любим многими эстетами. Они считают, что это кофе наилучше подходит деликатным сортам. Видите, какого он цвета? Он такой, как бы серо-буро-малиновый, я бы назвал, потому что строго коричневому костюму он еще не подошел. Вот видите, как когда хорошо мешаешь, как он равномерно обжаривается. Я бы не сказал, что он обжаривается хуже, чем в промышленной машине. Все зависит от мешания. Если вы будете очень быстро мешать, то будете жарить кофе гораздо дольше. Но он будет более равномерно обжарен, нежели кофе, который мешать будем медленнее. И с задержками. Тут будет подгорать в некоторых местах. И будет не так равномерно обжарен. Он прекрасен. Он раскрывается. Я называю раскрывается, когда видны вот эти прожилочки становятся на кофе. Заметно очень хорошо на прожилочки. Они начинают выделяться. Это значит, что он уже раскрывается. Не выделялся. Вот могу показать, как. Видите. Видите, какой кофе? Он набрал очень большую температуру. И кажется, что если мы будем продолжать данную обжарку, он будет темнее, темнее, потом станет прекрасного цвета. Мы его начнем охлаждать, и все будет как надо. На самом деле это не так. Дело в том, что он очень высокой температуры. И если мы сейчас не прекратим обжарку, мы все испортим. А почему? А потому что во время того, как он будет остывать, он еще будет обжариваться сам по себе за счет температуры, которая есть в нем. Вот в чем проблема. То есть надо обжарку остановить чуть-чуть раньше, чем вам кажется. Вот сейчас мы это и сделаем. Видите, как он получился? Посмотрите. Он превосходно получился, но он еще чуть-чуть дойдет. Станет чуть темнее. Потому что... Видите, он даже темнеет, видно даже как чуть-чуть. За счет того, что он очень высокой температуры. Какой приятный кофейный запах. Да, изумительный. Это один из моих любимых сортов кофе. И вот так вот обсуждать вполне его можно. Просто возможно есть какие-то еще другие способы. И вот видите, отлетает лишняя шелуха, которая нам не нужна. Можно ее сдувать. Но в данном сорте кофе очень немного.